Удивительные люди, талантливые художники, педагоги, наставники. Именно так говорят в городе, если разговор заходит об уникальном творческом союзе. Семье, в которой искусство стало связующим элементом отношений на многие годы. Речь идет о Светлане и Геннадии Вяль. За большую творческую судьбу, длиной практически в 4 десятилетия, они внесли существенный вклад в развитие искусства в областном центре, работая с начинающими авторами и развиваясь как творческие личности. Свой юбилейный день рождения Светлана Викторовна и Геннадий Игоревич ознаменовали открытием экспозиции. Вернисаж собрал в выставочном зале на Советской всех тех, кто в разные годы шел вместе с семьей Вяль по одному творческому пути. В наш город приехали Светлана и Геннадий Вяль. Ну а мы учились в школе, это были 4-классники, которые поступили в спецкласс архитектурно-художественным уклоном в средней школе номер 10. И вот первыми педагогами по линии художества у нас были Вяль. Ну и так получилось, что действительно то, что, во-первых, это муж и жена, два творческих человека, два, наверное, скажу, очень противоположных человека по темпераменту, но они очень друг друга дополняли. Это действительно такой творческий союз, и, наверное, это тот вариант, когда люди говорят: выбери работу, которую ты любишь, и ты никогда не будешь работать. Вот они, мне кажется, получают от своей работы просто колоссальное удовольствие от того, что они делают, от того, что они творят, и, конечно, доставляет удовольствие и себе, и другим людям. Она харизматичная, решительная, волевая, он скрупулезный, рассудительный. Об этом рассказывают не только те, кто хорошо знаком с творческим тандемом. Характеры мастеров видны в работах. Светлана Викторовна занимается ручным художественным ткачеством, вытянанкой. Геннадий Игоревич – эстампом, гравюрами. Несмотря на различия в видах деятельности, темпераментах, практически 40 лет Светлана и Геннадий Вяль идут рука об руку, вместе развиваясь и совершенствуясь. Вместе на одной работе. Вместе везде, вместе в отпусках везде, вместе работаем рядом, локоть в локоть. Но у нас тандем создался, не глядя на то, что я энергичная, бурная, где-то там резкая, он более мягкий. Но, наверное, вот оно должно было сойтись, оно сошлось. Наверное, даже мы празднуем не столько 60-летие, хотя вот мы ровесники, а больше, наверное, практически 40-летие и совместной жизни, и совместного творчества, и совместной работы учителями подрастающего поколения. Вот делимся основами изобразительной графики с подрастающим поколением. Останавливаться на достигнутом Геннадий и Светлана Вяль не планируют. Уже на следующий год, юбилейный для областного центра, они подготовили много интересных, необычных мероприятий.